Происходит у нас акция, акция памяти павших. Вот, если обратить внимание, вот здесь ребята убираются именно на воинских захоронениях. Также у нас ребят записывают памятники, которые рухнувшие, которые надо привести в порядок. Это было придумано с того, что, допустим, вот воинские захоронения, вот они уже давно, скажем так, не в порядке, их надо поправлять, делать что-то, красить и тому подобное. Дань уважения приносим, мы убираемся, приводим в порядок. Данные могилы, раз этого не хотят делать родственники, будем делать мы, значит.